Как, на ваш взгляд, должен был бы Зеленский поступить, чтобы остаться действительно великим политиком? Да каким он может быть остаться великим политиком? Вы не смешите меня только, так сказать, вообще. Ну что-то вот мог, какая-то другая могла быть ветка истории, в которой вы бы сказали, уважаю. Зеленский – важная фигура политика. Ну вы что, смеетесь, что ли? Вы посмотрите на его физиономию.